Админ. Вам помочь? Хм. Мне нужно словить бан как можно быстрее. Можешь забанить меня? Пж. Глупое дитя. Никто не уходит отсюда. Окей, приятель. Хорошая попытка, сладкий, ты застрял здесь. Как? Ладно, что если меня забанят? Мы никого не баним с 1982-го. Мне 3 годика, я использую хаки для Дискорда, IP-хваталка, я рекламирую свой сервер, я знаю твой адрес. Милок, что бы ты ни придумал, все было испытано. Ку-ку-ку. Сладенький, прекрати, никто не смеется. Окей, прекращу, 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 прекращу. Окей, прекращу. Кстати, у меня есть бесплатный нитро, хочешь? Не интересует. Ок. А еще у меня есть адрес и гриль, и гёрл. Скидывай, быстро. Ок. Прив. Кто-нибудь здесь? Кто-нибудь нормальный, лол. Эй, пацан. Хех, только закончил смену. Привет, большой чел. Где ты работаешь? В Чак и Сыр. Ок, но никто не спрашивал. Так ты спросил. Нет, не спрашивал. Спрашивал? Не спрашивал. Пролистай вверх, пацан, пролистай. Ты спрашивал буквально 10 секунд назад. Не-а, ничего не вижу. А? Это не я. Очевидно, ты. Фотошоп. У меня нет фотошопа. Код элемента. Чел. Просто признайся. Без понятия, о чем ты говоришь. Кстати, почему ты похож на яйцо? Назови меня яйцом еще раз, прискани. Лестер. Так. Кто это тут у нас, мой сладенький, все еще не усвоил свой урок? Лестер, этот парень похож на яйцо, да или нет? Жаль, что все должно закончиться этим. Нет! Подожди. Да! Ты банишь меня? Как я уже сказал, мы не баним никого здесь. Что если... Скитл, мне нужна твоя помощь. М? Мне нужно словить бан на том сервере, но они только мутят. Тогда это невозможно. Стой, есть один выход. Привет. Вечерочек, миледи. Как дела? Отлично. Я должен спросить тебя, ты женщина? Да. Я пришла сюда, чтобы найти парня. Звать Лестер, рад. Привет, Скитл Чан. Хочешь быть моей девушкой? Эй. Да. Боже, бога, Лестер, мне кажется, я ей нравлюсь. Ты? Да не, ей нравлюсь я. Да, Скитл Чан, ты моя. Вообще-то, не буду скрывать, белок довольно-таки милый. Кто такой белуга? Никогда не слышал о нем. Теперь здесь только мы. Ты и я. Скитл, убирайся оттуда. Ты и я.